авангард очень любил, вот что поразительно. Не все коллекционеры любят то, что собирают. А вот он просто обожал. Попова он называл только Любочкой, больше никак. Любочка, исключительно. Но на самом деле я вышел сюда не для того, чтобы говорить о Костаке, потому что о нем сегодня очень много сказали уже. Я считаю, что то, что сделали его дочери, особенно Лиля, сохранив эту огромную коллекцию в Греции, а было, наверное, много соблазнов как-то ее продать или что-то сделать еще в разные коллекции, в разные музеи. Я думаю, что предложений было много, но то, что вот они ее сохранили, и теперь это все находится в Салониках, это был тоже, по-моему, подвиг. И в этом смысле они, дочери и Лиля в особенности, это, в общем, настоящие последователи дела Костаки. За что я их очень благодарю.